Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале. Обзор моих покупок по 15-му каталогу Faberlic. Вот так выглядит 15-й каталог. Новинка каталога – это серия коллаген О2. То есть коллаген О2 – это инновационная серия для восполнения белка молодости, потому что коллаген – это белок нашей молодости, кожи нашей, чтобы кожа наша была молодой. И у меня здесь, как раз вы видите, приближу, я купила серию. Сейчас покажу. Здесь у меня дневной крем-флюид для лица коллаген О2. Затем идет сыворотка Booster. Очень мне понравилась, интересная сыворотка. Конечно, впечатляет. Сыворотка Booster, объем 30 мл, стандартный. Это идет тонер для лица, то есть тоник для лица. И объем у него 150 мл. 150 мл. Это тоник коллаген О2. И, конечно, завершающий – это у меня крем ночной. Крем ночной для лица серии коллаген О2. Также дневной, ночной, бустер и тоник. Не хватает здесь только крема для кожи вокруг глаз. Почему-то сразу я его не купила, слушайте. А теперь вот жалею, думаю, серия мне понравилась. Я начала ее пользоваться и думаю, надо мне в следующем каталоге обязательно докупить кремушек для кожи вокруг глаз. Гель для душа. Это мужской гель для душа. А шампунь и гель для душа мужчины любят, когда вот прям два в одном и все, чтоб сразу. Faberlic. Артикул 2963, объем 400 мл. Это универсальный мужской шампунь, гель для душа с кислородным комплексом и экстрактом крапивы. Вот такой интересный голубого цвета, большая бутылочка. Конечно же, вы видите коктейль Wellness. На этот раз я купила со смородиной. Я сейчас как раз допиваю с клубникой. Что самое интересное... А здесь содержится еще и коллаген. То есть употребляешь внутрь коллаген, который обеспечивает увлажненность кожи, но уже изнутри. То есть мы снаружи пользуемся коллагеном для увлажнения кожи. И пропивая коктейль Wellness, мы получаем этот же коллаген, но уже вместе с коктейлем внутри в составе. Так вот, этот у меня коллаген я взяла. Ой, коллаген. Коктейль со смородиной, допиваю клубничный. И что самое интересное, я когда сделала первый раз коктейль с клубникой, я не поняла, думаю, что такое за красненькие такие, ну, как мелкие ягодки плавают в коктейле. То есть взбила, смотрю, а когда попробовала, так это клубничка. То есть там натуральная добавлена клубника. Но не большие ягоды, а именно вот мелкие кусочки. Я думаю, то же самое и ждет в коктейле со смородиной. Открою, обязательно потом расскажу вам. То есть там натуральные ягоды. Вот с каким наполнителем идет, значит, там та ягодка и будет. А также у меня здесь мой любимый очищающий травяной чай сбор Hidrain. Вот были в запасах. Я его пропила и опять в запас пополняю. Две штучки купила. Концентрированная зубная паста. Очень мне она нравится. Густая. Ее совсем нужно немного на щетку зубную. Плюс 200%. Очень удобная, очень выгодная. Надолго хватает. 75 мл. Артикул 1633. Она здесь и нарисована, что совсем маленькую капельку необходимо. Она очень концентрированная, она очень густая. А здесь у меня безалкогольный напиток алоэ баланс, концентрат алоэ вера. 20 порций здесь, пропивать его нужно утром натощак, разводите в теплой водичке в обычной, наливаете мерную ложечку и разводите в стакане воды 200 мл, одну чайную ложечку вот этого безалкогольного напитка алоэ вера.
И выпиваете 1-2 раза в день натощак. Ну, то есть перед едой за 30 минут. Например, утром встаете и за 30 минут до завтрака пропиваете этот безалкогольный напиток. Алоэ вера. Артикул 15739. А также у меня здесь есть биоактивная добавочка. Концентрат прессованный. 30 таблеточек. Я его уже когда-то пропивала для нормализации кишечника. Видите, там такие, как шестереночки, чтобы хорошо работал кишечник. И здесь же вот такая хорошая в комплексе. Вот я пропивать буду как раз вот это утром, потом натощак, потом концентрат для пищеварения и пробиофил. 60 капсул также для кишечника. Биологическая активная добавка к пище, пробиофил, не является лекарственным препаратом. Артикул 15805. Это все для нормализации кишечника. То есть сейчас осень, самое время помочь нашему кишечнику где-то очистить его, то есть подготовить к зиме. Что еще у меня здесь есть? Я взяла себе тушь серии Revolium. Вот буду тестировать, посмотрю, как она интересная, как подойдет. 5763. Давайте покажу вам кисточку. Вот такая вот кисточка идет, фибровая, то есть не пластиковая, довольно-таки интересная. Кисточка небольшая, средняя такая, и она причем разная, видите, даже когда я прокручиваю ее видно, что она такая вот изогнутая. Видите, вот здесь вот как раз вот четко видно, что она не вся такая ровненькая, а вот она под какой-то как линзочкой получается изогнутая. Вот это тушь серия Revolium. Артикул 57. Так, сейчас наведу. 57-63. Сразу близко, когда подносишь, не всегда фиксируется. Здесь зубные щеточки. Новый каталожек. Смотрите, у нас уже начинается 16-й предновогодний каталог. Приближаем чудеса. Здесь будут, конечно же, новинки все новогодние. Очень интересный. Листать. Все здесь новинки, скидки. То есть все готовимся. Готовимся к Новому году. Посмотрите, какая посуда. Давайте маленечко пролистнем с вами, посмотрим, что же нас ждет в следующем каталоге. Хотя еще в полном разгаре идет 15-й каталог. Но здесь я очень люблю зимние каталоги, потому что здесь действительно всегда такое волшебство. Да? Чудеса такие случаются. Всегда новинки очень интересные. Фаберлик. Все уже предвкушает. Посмотрите, какие интересные будут блески для Нового года, сияние кристаллов. Как интересно сделаны они. Ой, а тут я еще искала, знаете, находила детскую серию. Там совсем супер. Сейчас покажу маленьким модницам. Где-то я находила. Давайте пролистнем. Должна я вот найти. Скорее всего, я их уже пролистнула. Нет, вот детская серия попалась. Сейчас я постараюсь найти. Делаю закладочку. Ну, здесь, конечно, и опять новинки в посуде нас ждет. Я в это смотрела. Довольно-таки интересные. Все для кухни. Вот одежда вся новогодняя. Посмотрите. Детские это футболочки, брючки для дома. Тапочки вот интересные. Как для взрослых, так и для детей. Новая одежда, шапки. Вот что тут только нету. Для новых покупателей подарок на выбор. То есть не просто здесь. Вот. То есть даже вот сейчас регистрируюсь, и если вы сделаете в 16-м каталоге заказ, то вы уже получите вот на выбор как раз-таки любой аромат. Подарок. Посмотрите, одежда уже зимняя. Здесь и шапки-ушанки, и интересные шарфы-палантины. Шапочки, посмотрите, какие жаккардовые с помпончиками. В
трех цветах, причем еще вот черный. Здесь еще есть черный, желтый и малиновый. Одежда. Немного отвлекемся от моего заказа и пролистнем следующий каталожек. Ну, так, по-быстренькому пробежимся. А где же у меня девчачьи-то? Девчачьи. Ой, да вот она. Посмотрите, какая шикарность. Как интересно. Я представляю, как девочки, когда эту коллекцию увидят, и скажут: мама, мне надо все. Купи мне обязательно все. Посмотрите, какие здесь они мимишные. Мимишные, китишные. Претти-кити. И что здесь только нет для девочек. И косметика, и бальзамы. Прям, ой, что тут есть? Ванильный бальзам для губ. Вот какой бальзам есть. Ой, ну такие модницы. И даже посмотрите, в кефире бутылки сделаны. А здесь-то какое сердечко шикарное. Ой, палетка теней для девочек. Безопасные формулы созданы специально для чувствительной детской кожи. А все средства имеют сертификат качества. То есть мама может быть спокойна. И лаки для ногтей яркие. Ну все, Новый год обеспечен. А кольца какие, посмотрите. Вот, девчушки, модницы, 3+. Ой, а тут для нас с вами, смотрите, какая шикарная палеточка теней для век. И какие оттенки красивые, здесь и матовые, и шиммером, и глянцевые. Слушайте, универсальная палеточка, 20 высокопигментированных оттенков. Да, матовый, перламутровый, сатиновый, мерцающий и металлизированные. Супер, шикарность, еще и новая тушь. Все, это будет у нас в 16-м каталоге предновогоднем. Сейчас у нас во всем разгаре вот этот каталог с новинкой, шикарная новинка, коллаген О2. Обязательно попробуйте, обязательно закажите. Я в восторге от этой новиночки для ухода за кожей лица. Что еще у меня здесь есть? Из новинок у меня есть серия Халяль. Это тушь для бровей. Я уже ее испробовала. Думала, она будет для моих светлых бровей очень темная. Ничего подобного. Слушайте, шикарная. Обязательно покажу. И я взяла маслица для кутикулы. Обалденная. Обалденная маслица. И последнее, что я бы вам хотела показать из своего заказа, это тоже новинка каталога. А есть вся серия шампунь, бальзам. И я взяла для себя только ламинированный гель-филлер. Ламинирующий. То есть, если у вас сухой непослушный волос, попробуйте вот эту новиночку. Как раз-таки он не утяжеляет, не делает жирным, но успокаивает волосы. 50 мл объем. А вот такая новая серия из серии Эксперт. Ламинирующий гель-филлер. Все, вот она была. Был мой обзор по 15-му каталогу. Не буду больше вас задерживать. И говорю, до новых встреч, хороших покупок. Регистрируйтесь, оформляйте дисконт себе. Сразу автоматически идет скидка 20% на всю продукцию. На новинки, на обычную. В общем, участвуйте сразу как привилегированный покупатель. Все, до новых встреч. Делитесь моим видео, ставьте лайки, дизлайки, любую реакцию. Все приветствуется. И до новых встреч. Пока-пока.